Всем привет! Вот и наступила осень, уже последние помидорки остались на кустах. Сегодня 24 октября, ну вот они еще доспевают, некоторые еще зеленые, но в основном уже убрали все. И здесь вот помидорки чуть-чуть уже убрали подставки, которые я вам рассказывала, как удобно помидора на них стоит. Вот я издалека покажу этот одинокий куст, видите? Какая высокая, высокорослая помидора. И на подставке она прекрасно себя чувствует. Вот одно колечко вставлено, второе колечко, стволик. Потом по мере подрастания следующее колечко. И так у нас 4 кольца. Вот к самому верху подошло колечко. Помидорка уже опускается, но уже как бы и не надо, уже осень, уже этого не нужно дальше продолжать. Можно было бы еще выше ее поднять, вот видите, какой огромный куст. Это же детерминантные сорта, они высокорослые. Вот одна, я обрезала, рядом помидоры стояла, я вам покажу наглядный пример, как видно, как замечательно входит помидорка в колечко. Ведь не надо ни подвязывать, ничего не делать. Колечко в колечко и высокая помидора. Это у нас дебарао розовый. Ну, остался только зеленый, так как он еще не доспевает. Видите? Не знаю, доспеет, не доспеет. Мороза у нас пока не было. Но уже лист начал сыпаться и опадает. Ну, эти стоечки замечательные. Если кому понравились, напишу размеры. Все подскажу, как мы их делали, как муж варил. Пишите комментарии, у кого какие-то другие приспособления. Рассказывайте. Вот низкие помидоры на низкой стоечке, видите? Тоже прекрасно себя чувствует. Тут 2 колечка всего. Тут вообще легкая конструкция. 2 колечка и помидорка стоит на низкой стоечке. В основном на низких мы садим микаду. Ну, это сами выросли. Перцы выросли, помидоры. Упали семечки и сами выросли. И пришлось им поставить подпорочку. Ну, тоже очень удачно. Много помидор. Хорошие дал урожай. Оказывается, которые падалишные помидорки еще бывают лучше, чем те, за которыми мы ухаживаем, покупаем с пакетиков по дорогой цене и трусимся над ними, чтобы оно росло, удобряем, стимулируем. И урожай получается одинаковый. Все, всем удачи, всем пока!